Приветствую всех, дорогие друзья. С вами Черный Металл. И это игра Ark Survival Evolved. Ну, тут на сервере нас, кажется, немножечко попытались порейдить. Я точно не понял, что они зарейдили, но, походу, бункер ему не удалось взломать. Давайте хоть пойдем посмотрим, что они там смогли сделать хотя бы. Может, до сих пор рейдят. Даже забавно. Мы этот сервер уже покинули. Что там ребята смогли нам натворить? Так, здесь у нас все цело. Вот такой вот бункер. Это бункер против Титана. Кому интересно. Вот такая вот штучка. Мы на сервере там были 5 дней. Никто за 5 дней нас здесь не нашел. То есть эту базу мы отгрохали уже под конец, как пока тут не пришел кирдык мирдык в виде 5 человек, которые начали выносить новичков и убивать живку. А нас никто, ребят, не знал. Вообще никто. Чтобы вы понимали. То есть я даже не могу понять, что они где-то здесь разрушили. О, так они смогли только... А, нет, не снесли. Обесточено, обесточено. Ой, они даже что-то нам сломали тут. Кстати, а вот это вот забавно. Обратите внимание. То есть, они каким-то образом смогли тут обесточить часть турелей. То есть прочитерили, ребята. Ну да. В общем, короче... ребята читерили как могли. Зацените. А ну-ка я посмотрю-ка. А, это автоудаление было. В общем, сервер этот... Смотрите, вот у нас автоудаление было. Ребят, ну, что это нахрен за сервер? Объясните мне, пожалуйста. То есть здесь автоудаление было проводки, генераторы работают. То есть проводка автоудалилась. Что это за херня такая? Кто мне объяснит? Здесь тоже турки все опущены, да? Ну да. Просто автоудаление проводки. Не было нас один день. И что это такое? Вот как это, вообще это можно назвать чем? Ой, слов нету. Ну, в общем-то, по поводу этого сервера Arfotec. Ребят, сервер полная хинея. Я вот вам уже сейчас... Вот, меня день не было. День. У нас какого-то лешего удалилась проводка. Мне кто-нибудь объяснит, какого хрена здесь произошло? В общем-то, на этот сервер тоже не рекомендую заходить. Вы сами видите, то что нас не атаковали. Я-то думал, атаковали, уже обрадовался, хоть посмотреть, что разнесли. Ну, нифига не атаковали, просто проводка исчезла. Ой, короче, админ здесь. Я честно скажу, руки с жопы. А как не крутите? Сейчас я тут гамму сделаю для вас, чтобы вы могли посмотреть, я вам хоть базу покажу. В общем-то, так, стоп, гамма, ну какую, 4 что ли поставить? Ну, вот так вот, надеюсь, не слишком вам будет ярко. Видите, нас не атаковали, просто... Турели, они сами отключаются, потому что проводка исчезает. Зашибись, автодеклей. Это к вопросу о том, как базы штурмуют. Я просто в шоке. Здесь тоже все. Ну да, смотрите. Просто автодеклей. Зашибись. Нет, ну меня это вообще поражает. В общем-то, этот сервер Arc4Tech, ну, ребят, тоже не советую играть. Ну вот, что это такое? Я обрадовался, думаю, вам сейчас покажу реально, что меня атаковали, а у меня тут проводка еще. Вот это, бляха, бредятина. Вот это полная бредятина. Я выпущу вам это видео, посмотрите сами, но, блин, я не советую на таком сервере играть. Ну, ладно, если бы меня атаковали, снесли, я уж привык к этому. Фиг ты с ним, а тут просто у меня, смотрите, проводка все исчезла. Админ решил удалить проводку. Молодец, автодеклей, хорошая программа.
Отличная, просто слов нету. Да. Слов у меня нету точно. То есть у меня исчезла вся проводка. И хошь бери рейд, хошь бери не рейд. Один день меня не было. Один, блин, день. Ой. Знаете, тут тоже по поводу сервера. Вот это вот бредятина. Где у меня тут элементы-то хоть? Мы тут на босса, кстати, сходили. Вот еще один минус сервера. Мы когда сходили на босса, выяснилась одна интересная вещь. Даже если мы сходим на дракона, поставим тег-трансмиттер, толку от этого не будет никакого. То есть мы сможем сходить только на центре босса, на боссов, которые на центре. И все. Извините, но мне такое лично не устраивает. Абсолютно не устраивает. Так, увеличить радиус. Пять, два. Ну какой еще тут? 5-4. 5-6. До 6-0 увеличу. И катись оно все пропадом. В общем, на сервере сейчас осталось 2 человека с 20. Админу на все. На срать. Хотя о чем тут, ребят, говорить? Проводка, блин, просто исчезла. Просто тупо исчезла проводка. Ой, бляха-муха. Вот это просто, вы меня, конечно, извините, но это уже полный абзац. То есть меня один день не было и все. Все, смотрите. Вот. Что это такое? Внутри помещения проводка стояла на фундаментах. На фундаментах, не на земле. Она на фундаментах у меня здесь стояла, потому что я базы располагал, генераторы здесь на земле, а... Вот здесь, на этой базе, у меня все было, проводка была. Она была вот здесь у меня. Она некрасиво смотрелась. Да, согласен. Она тут у меня по потолку шла, здесь по полу. Вот так вот. Все тут захламлялось этим пизмом. Нет, не очень нравилось, но вот в итоге, видите, она пропала. То есть проводка просто удалилась. Нет, ну это все, это предел. В общем, здесь на Рагнароке нельзя было ходить на боссов долгое время. На Исланде появились 4 чертяки, которые начали гнобить новичков. Топ-клан, который есть здесь, знаете, вот я топ-клана здешнего, вот только вот на этом центре, я с человеком реально связался, спасибо ему большое, если ты посмотришь это видео, поклон тебе, он нам помогал выискивать этих чертяк. На Исланде и на Рагнароке, я извиняюсь, конечно, на Исланде всем абсолютно похрена. Вот только один человек здесь как-то что-то еще делал. Хотя он говорил, да, мы можем собраться 20. Ребят, на будущее. Если вам кто-то там говорит, что мы можем там, ляха, собраться 20 рыл там по свистку пальцев, берите втроем, идете их атакуете. Они максимум, там, если вы сможете упереться в 3 часа боя, через 3 часа боя, даже если они вызовут 2 человек, там, дай бог, останутся 2 человека, которые потом начнут жаловаться админу, что вы их рейдите втроем. Ребят, стандартная ситуация. Это так уже пройденный этап. Вот кто рейдил, кто вот посмотрел вот это вот. Он может написать комментарий, что... Скорее, да вы и так это, ребят, кто рейдил, прекрасно знаете, что понтов у топ-кланов намного больше. А нас здесь, вот представьте себе, вот такую вот базу мы отгрохали. А нас никто не знал. Вообще. То есть, когда мы тут топ-клану сообщили, что нужна помощь, он прилетел, он обалдел. Он не знал, что мы здесь есть вообще. Вот здесь вот проводка пропала. Здесь не пропала. Хотя здесь тоже самое расположено. Что происходит вообще? В общем, короче, ребят, я не рекомендую на этот сервер заходить. Ну, бред какой-то. И мне как раз теперь стало понятно, каким боком рейдили в основном новичков, которых не было день. Вот, пожалуйста, программа AutoDeclay. Просто тупо программа AutoDeclay. Она удалила всю проводку. Не, ну это что-то за фигня такая. Блин, лучше кто-то напал, да мне тут раскрошил и видео снял. Мне было бы интересно, а так-то что? Посидел, подождал, пока человека не будет один день. Ну вот, кому интересно, сколько народу было у меня. Ну, я тут один сейчас, я за Пумбу играю. Кто-то, может, уже меня видел и понял, я тут уж ник сменил. Ну, вот, понравилось мне так. Собственно, ник не матерный никакой. Вот этот вот генератор, он еще долго будет жить, надеюсь. Да и то, скорее всего, здесь проводка тоже вся исчезла, да? Удиви меня, игра.
Ну да, а нет, по проводам, судя, нет, не исчезло все. Хоть что-то, блин, осталось. Ну, в общем, короче, ребят, звездец какой-то. Здесь базу построить, а потом у вас проводка пропадет. Вас зарыдет каким-то боком непонятным. Ой, блин. Вот это вот приехали. В общем, тут у нас гиги. Стоят три красавца. Совет на будущее. Гига отлично убивает этого голема. Один голем у нас там под водой. Тут я сейчас давайте покажу вам базиков выращивал. Ой, мозиков. Ну, хотя мозиков, ладно, показывать не буду. Я их... У меня на них болезнь, походу, какая-то. Я их и на другом сейчас сервере выращиваю. Мне, ну, нравится. Это что-то они меня прикалывают так. Правда, вот единственное, не прикалывают, что они медуз боятся. Это единственный минус, пожалуй. Ну вот, как говорится, нас, дорогие друзья, зарейдил автобляха Деклей. Это хорошо, хоть парни сюда не заходили. Ладно, я им расскажу, видео это выпущу, постараюсь побыстрее. Ну вот, сервак, конечно, сделан через жопу. И, конечно, извините, что я матерюсь, но я вот от этого просто, я в таком ауте, что дальше ехать некуда. Это просто шок. Я просто изначально вот не мог понять, как вот некоторых трэпов, которые нормально здесь развивались, вот реально их рейдили. Вот мы пытались разобраться с ребятами, они уходили с этого сервера. Ну, а тут их не рейдили, ребят. У них проводка пропала, ё-моё. Это просто идиотизм по полной. В общем, здесь мы рексов выращивали, как видели. Я вам сейчас покажу. Сколько у нас всего рексов? У нас рексов довольно-таки много. Сейчас давайте-ка я сбегаю. Вам открою тут такой. В общем-то, мы бегали по боссам на лучи. В общем, по лучам гоняли. И довольно-таки, скажу вам, неплохо мы гоняли. Вот, смотрите. Вот наши рексики, мексики, шпексики. Вот рексы. Вот здесь у нас два ютерануса. Еще у нас есть даже запасные яйца. Целая куча запасных яиц. Здесь у меня ангарчики такие. Но тут 150 животины всего. Вот сколько? Вот 150. Это мы еще половину поубивали. Потому что, ну, ребят, 150 животин на PvP сервере. Вот это как-то не то, не все. Вот здесь у нас мясо, коптица. Вот у нас здесь яички. Мы 4 яйца подарили ребятам еще вдобавок. Тут в основном яйца все с мутациями. Там уже по 5, по 6 мутаций. Ну, не имеет смысла играть на этом сервере, потому что, я же говорю, если я поставлю тег-трансмиттер, мы будем на боссах ходить, которые только на центре. Мы хотели на дракона ходить и те, которые на Исланде. А на центре босс это полный отстой. Это мне не очень-то понравилось. Это не очень-то и прикольно. Ну, вот такая вот база. Ну что ж, буду я на этом сервере заканчивать. Ну, меня это прибило, я на него больше никогда не вернусь. Потому что админ... Вот, не знаете, понравился вопрос. Когда админу задали вопрос, почему сервер называется ArkFotek, он моему знакомому, ну как сказать, нынешнему знакомому задал вопрос, а почему вас, к примеру, зовут Алексей? Знаете, тут говорили, конечно, мне то, что админ здесь полностью неадекватный. Но не до такой же степени. Ну да, неадекватность я вижу. То есть он ни за чем не следит. Ну ладненько. Что ж, это еще один был сервачок, на котором мы смогли повеселиться. Серии здесь снял мало, но ж, надеюсь, вам это было хотя бы полезно, мои видео. Хоть как-то. Ну, база, да, у нас тут, конечно, это я, как говорится, строил. Двойные двери везде, двойные стены. Запаришься штурмовать. Но жалко, что не штурманули. Ну, нас штурманул авто, ребят, Деклей. Ну, а если кто-то штурманет, я уже обижен не буду. Ради бога. Разживете с ресурсами. От элементов вам толку, конечно, не будет. Но у нас есть некоторые хорошие такие относительно чертежи. Так что хотите, развлекайтесь. Подождите, пока вся проводка исчезнет. Я тут денька-два не буду. Какое сегодня число? 26. Вот у меня денька-два не будет. Я чувствую, тут вся проводка вообще исчезнет. Ладно. Всем удачи. Всем. Пока. Да. Отстой, конечно, жуткий. А, ну да, ребят, конечно, тут конечно такая вставочка еще будет. Итак, давайте-ка посмотрим, что-то стало самому интересно. Какой это день был? День 2600...
2665. В общем, нам удалило всю проводку. Последний раз я в игре был, получается, ну, 2669 день, ребят, игровой. А, автоматическая турель. Заперта, разрешая другую постройку. Премии, заряд С4. ЗФ. А, так понятно. Так получается, какой сейчас день? Аж. 2670. То есть 5 дней прошло. И смотрите сразу. Ребят, тут получается, ЗФ попросили, чтобы нам электропровода уничтожили, что ли? Я, конечно, спорить не буду, но тут получается, что вот этот клан ЗФ, судя по всему, попросил, чтобы нам удалили все провода. Давайте-ка я на записи сейчас зайду на серверочек, на первый. 2665 день. Вот сюда зайду. 2665 день. Главное сейчас это не забыть. У меня тут есть еще один персонажик. Сейчас давайте я зайду и посмотрю. Когда мы последний раз рейдили. Ну, как сказать рейдили. Мы тут убивали некоторых ребят, которые напали на девушку. Парниши, это вы тоже увидите. Видео есть. Но мне очень стало интересно, какой это день был. Ну, сейчас она загрузится. Я специально не буду запись выключать. Но обратили внимание, то, что ЗФ поставила С4, и турелька С4 убила. Ребята, ЗФ это донатеры здесь. Здесь делать нехер, честным игрокам. А я в шоке. Это правильно, что мы вовремя ушли с сервера. Но все-таки все автодеклей удалить не смог. Админ немножко ты обосрался. Вас убил Дилофазавр. Ладно, давайте возрождаемся здесь. Сейчас я посмотрю. Давай, очухивайся, чуть ты вперед. Ну да, освещение здесь, конечно, намутили разрабы, это дальше ехать некуда. Давайте-ка посмотрим, какой у нас здесь день. Здесь они идут. А, вот, 2614 день и 2000... Вот. 2017 день, ребят. Спальный фундамент был разрушен. Так, погодите. А когда мы тут убивали големов-то? Ваше племя дестроит плод. А, ну вот, 2617 день. Мы тут рейдили. Это примерно, ну, 2 дня назад. Потом заходили на свой сервак. Там, ну, на кластер, вот этот второй. Там смотрели, что как к чему. В общем-то, и вот так вот отдыхали, так сказать. Так, тут чья построечка-то? Вертикс. Вертикс, вертикс, вертикс. В общем, назову эту серию «Правда о сервере ArkForTech». В общем-то, ну, ребят, вы сами все прекрасно видите на записи, кто посмотрит. Ха. Не, ну я просто в ауте. То есть ЗФы, вероятно, попросили специально, чтобы нам админ типа случайно автодеклейм удалил, ребят. Игровой день, насколько я помню, здесь идет не так долго. Можно посмотреть даже. Сколько? 8.32. 8.33. Ну, сколько? Ну, минут 40 он или полчаса идет примерно игровой день. Где-то так. Ну, может, час. Вот, пожалуйста, считайте сами. Вот время, которое идет. Давайте я побегаю даже до 40 минут. Это один игровой день. Ну, точнее, ну, не игровой день. Ну, игровой день вы сможете посчитать сами прекрасно.
40 минут там до часа, ну, 24 игровых дня считайте. Ну, примерно, там, может, побольше, может, поменьше считать, мне сейчас слом. Но это просто звездец. Эта серия будет названа «Правда о сервере Ark Fortek». Потому что это, извините меня, просто... Да, прекрасно. Это просто полный бред. У меня слов нету. Так давайте-ка я сбегаю к этой девушке. Может, она сейчас есть. Я не помню, эти серии вроде удалил там. Может, и посмотрю, восстановлю их. Тут ребята тоже пришли. На девушку напали. Хотя, ладно. Искать сейчас это смысла нет. Это недалеко бежать туда. Ой, ладно. Всем удачи еще раз. Всем. Пока. Ну и сервачок, блин.